Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Bloons Время Приключений. Благодарим вас за создание резервной копии данных в облачном сервисе Ninja Kiwi. И что я за это получу? Драгоценные камни и все. Ладно, 50 штук на халяву. Так, ну что, друзья мои, куда сегодня отправимся? Так, это у нас новости. Это у нас новости. Это у нас квесты. На встречу приключениям, часть 1. Соберите 2 бронзовых сундука из квеста «Зима близко» в Снежном Королевстве и разблокируйте Снежного Короля. Обязательно разблокируем. Так, а вот здесь тоже у нас какой-то, я смотрю, новый герой. Да, вот здесь должен появиться это. Не помню, то ли обезьянка, то ли еще кто-нибудь. Ну что, пойдем с тобой. «Зима близко». Ну, а почему бы и нет? Ого, такие довольные. Финн тут. Ча-ча-ча. Сердце с бутылками. Ну что, поехали. Как воздушные шары добрались для Дау? Пришло время раскрыть карты и указать на виновного, то есть Снежного Короля. А он-то здесь при чем? Ледяной Король, выходи. Мы знаем, что ты что-то замышляешь. Моего мужа Снежного Короля сейчас нет дома. Уходите, Финн и Джейк. Он все-таки сошел с ума, дружище. Хватит, Кия! Эй, посмотри, что ты наделал. Ты за это заплатишь. Кия. Вот тебе и Кия. Так, друзья мои, ну что, персонажи у нас только такие. Силы, кстати, силы. Нужно ли нам брать с тобой силы в это приключение или нет? Я думаю, что не надо, да? Без них обойдемся. Или все-таки возьмем? А они у нас... Ох, ё, сколько тут всяких силенок-то у нас. Короче, фиг с ним. Поехали. Обычный. Белые полосатые шары нельзя заморозить или повредить. Ага. Так, смотри, как они идут. Восьмерочками. Я понял. Так, ну что, Финн, ты будешь... Ну, я даже не знаю, давай сюда... Нет, вот, вот здесь. Наверное, идеальное место для тебя. Так, а Макс у нас встанет... где-то вот здесь. Ну что, запускаем с тобой первую волну. Так, раунд один, шарики летят. Ну, естественно, Финн их достает, все отлично у него. Копим, значит, 400 бакинских, потом, соответственно, мы с тобой покупаем Джейка и уже потом принцессу. Так, уже синие шарики. Сколько волн, кстати? Тут 30 раундов будет. Нормуль? Как тебе такое? Давай-давай, бомби по ним. Так, нам нужно с тобой еще взять Джейка, обязательно. Хочется даже еще немножко как-то ускорить, если честно. Вот и Джейк. Куда бы поставить-то, я даже не знаю. Вот сюда, в принципе, было бы неплохо, да? О, отлично. Так, четвертый раунд. Давай-давай, наяривай. Ладошками такой буф. Пришлепывает. Замечательно. Так, давай следующий. Раунд пятый. Блин, ты еще 25 раундов впереди. Можно прокачаться, но я все-таки хочу вызвать принцессу. А уже после. А уже после мы с тобой займемся прокачкой. Следующее. Ну, Джейк, я смотрю, уже что-то тут звезду какую-то получил непонятную. Так, что у нас тут? Острые дротики, большой радиус действия. Это мне не нужно. Оу. Блин, она, конечно, да. Именно радиус захвата у нее, конечно, офигенный. С этим не поспоришь. Достаточно быстро, кстати, орудует.
Так, желтые шары летят. Так, ну что, пора, наверное, потихонечку уже прокачиваться. Как ты думаешь? Давай, следующую. Блин, почему мы не можем с тобой автоматически, чтобы у нас начиналась волна? Почему обязательно нужно кликать? Ага, шаров все больше, больше и больше становится. Так, ну-ка, Финн, давай-ка мы с тобой прокачаемся. Лучше быстрее. Так, здесь гибкие ноги. Не, давай лучше игрок с мячом. И пока все. Уровень третий требуется для дальнейших прокачек. Фига он там наяривает. Давай, бомбим. Все, следующее. Единственное, что как-то мы с тобой поставили всех в кучу. Может быть, надо было кого-то сюда влепить или сюда. Не зря же вот эти вот островки такие сделали. Так, желтые шары самые противные. Окей, дальше. А я пока займусь прокачкой. Принцесса Бубльгум. Сверхум. Устраняет камуфляжные и восстанавливающие воздушные шары. Что это еще? Шаровая наука. Наносит дополнительные повреждения керамическим шарам и муав. Давай тут прокачаем. Фига их тут сколько, смотри. Но Максу не достается. Хотя уже проходит потихоньку, смотри. Будет Макса, если что, прокачать. Вот так вот. Давай, следующую волну. Не зеваем. Что это вот такое, интересно? Защищает его от спускающихся воздушных шаров. Вот так вот. Нифига себе, смотри, какие-то черные шары. Так, более острые дротики. Больше дротиков. Так, раунд 17. Фига их тут. Слушай, а мы быстро с ними разбираемся, смотри. Фу. Изи. Так, дай-ка я, наверное, нашего Джейка прокачаю. Нагатопор. И все, что ли? Все, что я смог прокачать, это нагатопор. Угу. Все идет у нас под контролем. Следующую давай волну. Подсказка. Растущие шары. Остерегайтесь растущих воздушных шаров. Эти воздушные шары в форме сердца будут расти, если их не взорвать поскорее. Да ладно, что, серьезно что ли? Будут расти, ну и пускай растут. И что из этого? Напугали меня. Ой. Так, подожди. Это вот эти вот шары, да, которые с сердечком были? Понял. Так, у нас с тобой достаточно количество финансов. Сейчас мы что-нибудь с тобой прокачаем. Прямо в пузырьках. Атакует самый мощный обычный воздушный шар в пределах досягаемости. Так, тут Джейк должен находиться рядом. Мастер меча. Способность атакует и повреждает расположенные рядом воздушные шары. Да, это skills. Так, принцесса, ты бы не крутилась бы, а? Хотя ладно. Пускай делает, что хочет. Так, это у нас с тобой 22-й, да? Раунд. 22-й. Так, 23-й. Вон они, сердечки. Стоп. Чуть-чуть бы и прошли, а? Ты посмотри. Сейчас, секундочку. Давай-ка мы сейчас кое-что здесь
Так, присутствие короля. Это что такое? Персонажи в данной области приобретают увеличенный диапазон атак и ключевую силу оружия. Союзники принцессы Бульгум атакуют быстрее. Но у нас нет союзников никакого. Да? Мы сами по себе пока. 24 раунд. Блин, может быть, Макса надо прокачивать, я не знаю. Вот так вот сделаем. Так, подсказка. Камуфлированные шары. Камуфлированные шары на подходе. Камуфлированные шары маскируются, поэтому большинство персонажей их не видят. Обратите внимание на специальные улучшения и снаряжение, которые позволят вам лопать шары. Зашибись. А как снаряжение-то? Я снаряжение сейчас не смогу поменять абсолютно. Круто. Что я могу тебе еще сказать? Тут надо все учитывать, тогда получается. Раунд 27. Кто же у нас там может камуфлированно это все-то видеть? По-моему, принцесса, нет? Шаровая наука. Нет, это керамические. Так, безупречная верность. Тогда давай сделаем, что ли. Так, ну пока мы с тобой видим эти шары. Нет тут никакого камуфляжа. И пока все хорошо. Так, 28 раунд. Подсказка. Свинцовые шары. Свинцовые шары на подходе. Свинцовые шары покрыты жесткой наружной оболочкой, поэтому их нельзя взорвать. Используйте дротики и меч. Попробуйте использовать другие типа атак, чтобы уничтожить их. Обалденно. Ну давай. Свинцовые шары. Так, погнали. Предпоследний раунд у нас. Давай, бомби. Не спи. Окей, и последняя волна, 30-я. Это что такое за шары желтые? А, это и есть, наверное, камуфлированные, да, были? Секунду. А, быстрый бросок. Лопанизация. Что за лопанизация? Увеличивается пробивная сила острого оружия в пределах своей досягаемости. Понял. А эти-то шары свинцовые-то будем? Фух, по-моему, все, справились. Ну что же, уровень пройден, как ты видишь. Открываем сундук, и здесь нам выпадает 40 монет. Шар желания, это уже радует. И 60 очков опыта. Вдвое больше наград. Окей. Так, ну что, и шары желания у нас 2. Окей, чтобы прочитать описание предметов и улучшений, что там нажми. Так, начальные деньги. У нас с тобой рейтинг повысился на 3. Опа. Шар желаний. Что, кликаем? Безделушки, союзники и еще союзники. Так, это Гюнтер, обезьянка с дротиками и одеяние короля обезьян. Так, улучшение становится на 1% дешевле. А поменять-то можно? Можно. Это кто у нас такой? Опа. Основной охотник за воздушными шарами. Эти опытные бойцы и метатели дротиков составляют основу армии обезьян. То есть это как бы просто обычный, да? Так, а вот это кто такой? Цена. Гюнтер, верный слуга Снежного Короля. Он любит разбивать бутылки и определенно не является замаскированным инопланетным богом. Он швыряет воздушные шары в стеклянные бутылки. Стеклянные бутылки в шары. Это, кстати, очень круто. Берем. Так, выберите другой. А что вот это такое у нас? Становится на один... процент дешевле улучшения. Что-то как-то не особо хорошо заходит мне это. Давай, наверное, вот союзника возьмем. Так, еще один, да, шар? Что нам тут?
Ух, союзники, а это что такое? Эти катапульты, возможно, маленькие, но наносят воздушным шарам большой урон. Вот мы их и возьмем сразу же. Гемов у меня больше нет, поэтому все. Все, сбрасываем. Собирайте купить главное. Сложность, я так понимаю, нам сюда идти? Подожди-ка, а тут у нас две обезьянки. То есть я могу что-то сделать? Ага. Снарядить. Безделушки там есть какие-нибудь у нас? А безделушек нету. По крайней мере, у обезьян их нету. Космическая субстанция. Оружие. Так, союзник, запросить дополнительных персонажей. Это мы с собой закрываем. Слушай, а как мне, например, открыть ячейку? У нас команда 4 персонажа из 10 доступных, да, которые мы можем получить. Охотница Марси. А как вот, например, Финн под землей? Что для этого нужно сделать? Заблокировано. А, открыть, купив Финн подземелье. Понял. Значит, пока нам не дано. Ну что, погнали? Тогда что нам еще тут остается делать? Как там начать-то? Да господи, куда ты кликнул? Я хочу начать. Вот этот тут уровень, как его начать? Персонажи, сила. А, обычный. Так, а смотри-ка здесь. Я вас предупреждал, что вы поплатитесь за похищение моей принцессы. Получай. Финн. Он меня поймал. Холодно, как же холодно. Не переживай, дружок. Ты скоро отогреешься, просто подожди немного. Отогреюсь? Не беспокойся. Этого добра там хватает. Да. Подсказка. Ваши союзники расположены на поле боя, как обычные персонажи. Союзникам доступно ограниченное количество атак и улучшений, но они могут обеспечивать отличное прикрытие для усиления обороны. Как тут ходит, я не могу понять. Откуда... Ага, отсюда. Тоже восьмерочками, да, короче, я понял. Значит, Финн у меня здесь встанет. Макс у нас встанет вот здесь. Сколько здесь? 30 раундов. Окей. Ускоряемся. Король там наяривает на свои барабанные установки. Все-все-все, давай следующий, сразу же следующий раунд. Нечего тут рассусоливать. Так, если мы с тобой, например, возьмем... А что мы возьмем? Нам нужно накопить 400 долларов, а в общем итоге... 1050 бакинских для того, чтобы мы могли взять вот этих двух персонажей. А этот идет как союзник. А как я его, например, могу поставить? Что-то не могу понять. Ага, вот так вот. Вот таким вот образом, короче, ребята, он ставится. Есть основные у нас, да, персонажи? Подожди, а где же тогда у меня... пингвины, которых я брал? Или это союзники короля? Наверное, так, скорее всего. Так, ну что, выставляем Джейка. Иди сюда. Так, пускай здесь стоит. А принцессу, наверное, где-то тут, где-нибудь вот здесь, наверное, поставим. Скорее всего. Да, это будет оптимальный вариант. По бокам, по углам можно, в принципе, поставить по одному из защитников. Что скажешь? По-моему, неплохая идея, да? Давай-давай, следующую. Так, это у нас 8-й раунд. Кто-то мне из подписчиков говорил, что там до 100 раундов может даже доходить дело. До 100 раундов, ты представляешь? Так, сюда мы поставим принцессу.
Че она не стреляет? Не достаешь, что ли, типа? Да, вроде бы как достает. Ну, допустим. Так, десятый, только лишь десятый раунд. А союзников, я так понимаю, можно ставить сколько захочешь, да? Так, что ли? Проверим. Но я не вижу, чтобы где-то здесь писали ограничения по союзникам. Нет такого. Финн, давай-ка мы с тебя прокачаем, чтобы ты бил быстрее. А то еле-еле ты там машешь своим этим древним мечом. Окей, погнали дальше. Ну да, да, союзники помогают. То есть их можно здесь и тут влепить. А прокачки, меткий выстрел есть? Есть у них прокачка, оказывается. Свои определенные. А ну что же, отлично. Давай тогда сразу следующую. Ну, вряд ли они, конечно, пройдут у нас. А где катапульта, которую мы с тобой получили? Тоже непонятно. Где она? Которая бросает... типа, наносит огромный урон этим шарам. Смотри, у этого короля тут клетка даже морозная есть. Специальная для кого-то. Держит ее. Так, наверное, нам нужно прокачаться чуть-чуть, да? Знакомство с оружием. Скорострельная стрельба. Так, умение обращаться с оружием. Опа. Финн должен находиться рядом с верностью слову. Нет, ты не бубни, ты давай атакуй. О, смотри. А сколько здесь этих шаров? Все. Легче парень репа идет. Но мне так лично кажется, ребят, что король здесь ни при чем. Это не он вызывал эти шары. Это уж точно тебе говорю. Единственное, что он... Кто там у него кого-то похитил, и он разозлился из-за этого. Так, ага, сердечки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, слава богу, тут обошлось все. Так, попробуем сейчас еще Финна немножко прокачать. Гибкие ноги, игрок с мечом, мастер меча и... Прямо в пузырьках. Чу-чу-чу-чу-чу, наяривает. Дирижер фигов тоже мне. Так, раунд 22. Так он, по-моему, еще и ногами пинается, или мне кажется, не? Обезьянки куда-то там уставились, непонятно куда. На этого, на короля, что ли, смотрит? Морозного. Так, мы с тобой что тут можем еще прокачать? Требуется третий уровень. Потрошитель Моав. И пока все. Пока все. Давай, давай, дальше. 24 раунд. А король морозный, скорее всего, если когда у нас появится, он сможет замораживать или замедлять шары. Мне вот почему-то так кажется. Оу, а что это не вид? В плане? А кто их видит-то? Джейк, что ли? По-моему, Джейк только их видит. Подожди, а как тогда быть-то? Замечательно, я тебе скажу. Никто эти шары даже и не увидел. А что для этого нужно-то, чтобы их увидеть? Скажи-ка мне на милость. Может быть, что-то у принцессы изучается? Так, присутствие короля. Приобретает увеличенный типа... Нет, это не то. Атакует быстрее.
А, вот, устраняет камуфляжный и восстанавливающий. Блин. Сверхум нужно было прокачивать. Вот что. Сверхум. Так, ну здесь все отлично. И остается лишь две волны. Друзья мои, всего две волны. Угу, угу. Давай, 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 пробиваем, отлично. Последняя. Видишь, она не успела, и все, ребята, эти пролетели, олухи. Зашибись, уровень пройден. Попрыгунчик-то наш. Ну, что у нас тут? 45 монет. О, шар желаний и очки опыта. Так, главное. Пройдите все карты вашего приключения, чтобы разблокировать сундук. Окей. Я просто люблю принцессу. А ты все разрушил. Почему мне нельзя быть счастливым? Ты выпустил на волю эту заразу, воздушные шары. Теперь помоги справиться с этим хаосом. Я не имею к этим шарам воздушным ни малейшего отношения. Подожди, что? Ты хочешь, чтобы я тебе помог? Ты имеешь в виду как команда? Ты прав, это моя ошибка. Вперед, команда! Так, друзья мои, снежный король. Плюсы, замораживает шары. Минусы, низкая скорость атаки не может взрывать белые воздушные шары. А что это за способность? Создание армии снежных монстров. Неплохо. Очень неплохо. Так, а сундук? Да подожди. Ага, все, сундук открываем. И что? 100 монет. 4 кристалла. Конфетки какие-то. Осколки. Шар желаний. И сила новинка. Наносит дополнительный урон большим воздушным шарам. Вот так вот. А это что у нас такое за шар желаний, интересно? Ух ты. Безделушка. Плюс 2 урона зомбошарам и растущим жарам при наличии оружия с дротиками. Открывает улучшение кульев голода для охотницы Марселин. Вообще не знаю, кто это такая. А это что у нас? Предотвращает все негативные эффекты. Железное судно. Позволяет разместиться на лаве и защищает от негативного влияния. Вот так вот. Все негативные эффекты. Вот сиди и думай, что нам нужно, а? На лаве. Давай, наверное, вот это возьмем. А больше нету, к сожалению. Придется сбросить. А, еще у нас есть. Так, давай посмотрим, что нам тут. Опа. А это оружие. Ох ты. Так, параметры. Радиус плюс 4. Особый товар без особых действий. Ой, без особых свойств. Без особых свойств. Просто увеличенный радиус, да? И все, а это что такое? Все атаки наносят плюс 1 урона воздушным жарам класса Муав. Все атаки Муав. Так, а вот это что? Снижение стоимости всех союзников на 5% при использовании персонажем этого улучшения. Усы Дэйви. Снижение стоимости всех персонажей. Блин, я даже не знаю, мне кажется, что надо брать вот это, ребята. Достижение разблокировано. Я желаю. Угу. Так, новое достижение получил. 500 опыта. Ну и как бы у нас в данный момент, друзья мои, пока все. Персонажа. То есть нам доступен теперь будет король. Снежный. Новинка. Тут прям написано. Оружие мы воткнем ему. Палочку вот эту вот. Сюда можно воткнуть. Ага, вот они, пингвинчики.
Вот так оно работает. Так, у Джейка ничего нету. Хотя, подожди. У него мороженое стоит. У него стоит мороженое, ребята. А мороженое что делает нам? Так, информацию дайте мне про мороженое. Что мороженое? Так, дает 3% повышения скорости атаки взамен, если надет на Джейка. Он как раз на Джейке и стоит. То есть все как полагается, да? Давай-ка дальше посмотрим. Ну, тут понятно. Оружие, дрочки. Дрочков у нас, наверное, нету абсолютно никаких. Так, это охотница Марселин. Я не знаю, что это за охотница. А Джейк в смокинге. Так, ну этих персонажей у нас пока нету. Поэтому смотреть на них не стоит даже. Повышение уровня. Так. Ага, открытый чек. Плюс 1 для бести лушек и 0,1 к скорости атаки. То есть конфетки нужны как раз для того, чтобы повышать левел ап нашим персонажам. Вот так вот. Так, а у тебя есть там что-нибудь другое? Так, нету. Самый древний меч. С ним и бегает. Ну что, друзья мои, давайте мы с вами на этом закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.